Всем привет, с вами Андрей Сонар, и подумал я сегодня, а зачем лежать на диване? Лучше вечерочек, а также часть ночи посвятить рыбалочке. Море-то рядом, бигфишпак на спину, на самокат, и все. 20 минут не прошло, и уже на море. Ох, и нелегкая эта работа, самокат тащить. Очень интересный насос, весит всего 75 граммов. Электрический, работает от пауэрбанка. Обычно всегда пауэрбанк с собой имеется. Камеру запитывать или телефон подзаряжать. Так что встроенной батареи нет, но из-за этого этот насос просто сверхлегкий. Вот сейчас хочу посмотреть, как он накачивает. Лучше ли, чем мешок насос, или хуже. Ну, по крайней мере, пока он накачивает, можно удочки собирать. Как минимум в этом польза. Надувательство, сплошное надувательство. Но пока он надувает, можно оснаститься. Ну вот, пока я оснащал спиннинг, у меня надулась уже половина лодки. Старый, облезлый. Никакой краски уже нет, снизу оранжевым чем-то подкрашен, но рабочий. Сколько судаков на него поймано. Это Rapala X-Rap. Один из лучших судачих воблеров здесь. А вот он взял да накачал. Я уже не помню, во сколько начал качать, но где-то за 10 минут он основной объем в лодку вкачал. Сейчас пусть еще сидушечки подкачает. Обязательно ставим эхолот. Практик. Супер экономичный эхолот, супер легкий эхолот. Это вообще лучшая вещь для каяков. Вот, подушечку накачал. Молодец какой. А для добивки рабочим давлением есть тоже очень хороший насос. Это обычный 30-сантиметровый двухходовой, тоже очень легенький насосик. Вот он уже дает взрослое давление. Этот электрический поднимает объем, а вот этим добивается. Суммарно эти два насоса весят 300 граммов. Я-то, конечно, буду сегодня дорожить, но каякарь на всякий случай наполню. Мало ли придется с точечки половить. Боевой черный крейсер готов. Отправляемся в морские дали. Ну вот, вышел на горизонт. 4,5 метра. Вокруг лодки, 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 лодки. Все дорожат на этом горизонте. Ну, стало быть, раз они тут дороже, значит, и рыба где-то здесь. Потому что иногда рыба может быть на 3 метрах, иногда на 7. Вот смотрю я по сторонам внимательно, и что-то я активности-то не вижу. Народ ходит, меняет курс, направление, но загибов нет. И это грустно. Кругом рыба плещется, и не маленькая. И на эхолоте тоже наблюдаются толпы какой-то рыбы в метре, в полутора от дна. Загиб случился. Ну вот, на этого облезлого X-Rap-чика клюет судачок.
Вон, даже моторные лодочки так прыгают, что весь баллон в волнах скрывается. Ветерочек-то усиливается. Но пока все хорошо, жалко, что рыба слабо активна, да и мелковато. Тут ведь как, если вот такие вот пикальки по 300 грамм ловятся, то значит только они и будут тут ловиться на этой акватории. Шанс, что схватит хоть какой-то пищевой, минимальный. Поэтому сейчас я, конечно, тут похожу, подумаю. Если надоест, пойду к берегу и поеду домой. Опа, накатывает такой. Ух, полетели. Я хочу сказать, что по крафт Big Fish Pack он практически морской класс. Не обязательно даже нос держать строго к волне. Очень даже неплохо терпит приход такой волны в борт. Не знаю, что сейчас камера покажет. Уже стемнело. Может быть, за счет своей крутизны диджеевская камера что-нибудь да вытащит. Камера-то хорошая. Но что-то сомневаюсь. То есть даже стимула чего-то поснимать интересного уже нет. Из-за того, что вряд ли камера что-то красиво покажет. Спиннинги молчат, загибов нет. Ну вот я на берегу. Не назвал бы я эту рыбалку впечатляющей. Поймана всего одна рыбка. Но за то, что понравилось, это поведение Big Fish Pack. Испытал его на волне. 3 часа хода под веслом при волнишке. Нормальное такое испытание. Все больше и больше убеждаюсь, что этот покрафт сейчас лучший покрафт для рыбаков. С вами был Андрей Сонар. Всем пока!